Саша, доброе утро. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, уже не утро, а день. Сегодня мы хотим вам показать iPhone 4S. Распаковка, какие-то основные там всякие вещи. Ну что, Саш, давай, приступай. Двигатель он уже... уже 3 миллиона штук. Вот это один из последних, который удалось урвать. В Германии, да? Он потому что не спит, а Стив памятный аппарат. Поэтому, в принципе, такая популярность. Ну, не только из-за этого, конечно. Совпало так, что анонс плюс смерть Стивена Джобса. Но это не мешает нам распаковать его аккуратно, да. Включить мистера Малова. Это белая версия, в общем-то, упаковка примерно такая же, как у обычной четверки. Аппарат в пленках вставляется. Вот антенка семейная. Да. Достань, немножко сдвинули. Достань обычную четверку, сейчас сравним. По сравнению с обычной четверкой, можете посмотреть здесь. Сдвинуто. Вибровызов. Да. Немножко кнопочки сдвинулись. И немножко сдвинулись кнопочки, соответственно, чехлы. Чехлы придется поменять. Если некоторые, у вас чехлы. Некоторые. Да, некоторые. Если не просто футляр, а вот, например, взять вот мой iPhone в чехле Switchy, да, то здесь придется. Поверни, пожалуйста. Вот, здесь придется мне чехол поменять вот этот, и для 4S он, к сожалению, уже не подойдет. Давай посмотрим, что в коробке. Комплектация. Как всегда, фирменная упаковочка. Да. Зарядка, провод, наушники. Это европейская версия, поэтому здесь маленькая вилка, вот такая вот компактная, идет в комплекте. Наша, российская. Да, подойдет и для нас. Гарнитура обычная, USB кабель, в общем, все положено. Здесь у нас есть крепко. А есть крепко на месте. Да. Ну, как все наклеечки фирменные. Угу. Соответственно, у белого аппарата вот такая вот белая крышка, которая прикрывает здесь все это добро, коробку. А скрепка черного, сделана в Китае. Здесь пишут, где она сделана. НД будет Япония, Индонезия, Китай. Все страны мира. Такой маленький презент от Apple. Давай включим. По идее, активация с помощью iTunes сейчас уже... Да, это можно не показывать, все, мне кажется, Саша. Да ладно, как-то. Надо показать. Мало ли, по-другому активируется. Там сейчас по Wi-Fi, кстати, можно активировать ее. Ну, можно, да. Давай. Ты его просто включи, да и... Провод нам, в принципе, больше не нужен. Да, соответственно, включаем. Здесь уже установлено iOS 5. Вот, пленки я потом отклею, когда буду уже писать обзор. Саше это очень понравится, конечно. Конечно. Провод нам больше нужен. Мы можем прямо сразу подарить продавцам магазин, чтобы они его продали. Да ладно, но заряжать его что же придется. Заряжать? Или ты это имеешь будущее, в виду... это уже в пятом реализует. Ты имеешь в виду тех, кого нет? Ну, провода, наверное, у всех уже есть, эти Apple-ские. Время первого включения, соответственно, занимает уже около минуты. Как видно, в белом аппарате изменен, соответственно, изменено расположение датчика приближения. То есть вот сейчас он такой выглядит. И iPhone включился. Активация. Надо сим-карту вставить, сейчас мы ее вставим. Заранее выберем русский язык. Да, русский язык сразу можно выбрать. Установка языка происходит. Пока устанавливается язык, мы, пожалуй, поставим сим-карту. Можно было активировать нашу российскую. Вот как видно, для активации iPhone вставьте действующую сим-карту без блокировки пин-кода. Вытаскиваем, соответственно, из четверки симку. Давай посмотрим, слот там никак не изменился? Нет, такой же. Угу. Только email покрасивее написан теперь. Хотя не так же. Вот вставляю от старого свой даже лоточек. Все нормально подошло. Ну, теперь достаточно на ок нажать. Так, у нас страна. У нас страна волшебная. Да. Сейчас мы ее как раз выберем. Бесплатного фотошопа. Куполов. Щей. Так. Пароль. Сразу же, соответственно, предлагается найти какую-нибудь Wi-Fi сетку и подключиться к ней. Активировать можно только через Wi-Fi. Активация iPhone происходит. Предлагаю. Включите и вставьте заново сим-карту. Сейчас давай мы просто перезагрузим его. С первого раза не получилось.
Сим-карта не заработала. То есть имейте в виду, что когда купите новый iPhone 4S, симку надо вставить. Лотки одинаковые, но попробуем сейчас заводской вставить. Мало ли что. Ну что, кстати, попробуем заново. Время загрузки, может даже засечь, сколько она составляет. Проще это будет сделать. Да, это и так будет видно. Белый все-таки какой-то более женский, конечно, на мой взгляд. Женственный. Для мужчин тоже подходит, даже если... Ну, для мужчин подходит, но черный для мужчин, мне кажется, больше подходит. Это уж совсем какой-то гламурный. Да, внизу все так же, соответственно, расположение динамиков не изменилось. Покажи верхний торец. 3,5 мм разъем, кнопка выключения, вот iPhone. Вот они, видишь, тоже переместили это туда на бок. Сейчас, подожди, вот. Антенку. Угу. С верхней части. Да, тоже здесь, соответственно, изменение небольшое. Снова убираем страну любимую. Волшебную нашу, да. Ее надо вообще вперед ставить. Таких высоких продаж, как в нашей стране, еще нигде не было. Да, ну брось, что. Это скорее таких цен диких нигде больше в мире не было. Да, дорогие друзья, вот сейчас iPhone 4S в Москве средняя стоимость это 80, 90, 100 тысяч рублей. Ну, это пока первые дни. Можно найти подешевле, но... Ну, вот предлагается... Сейчас, подожди секунду. Вот предлагается, если настроить как новый iPhone, восстановить с копии iCloud, восстановить с копии iTunes. То есть, все возможности у вас есть. Ну, мы, наверное, настроим как новый iPhone. Здесь он предлагает сразу создать аккаунт iCloud. Ну, мы это делать Apple не будем, ID, да. Просто пропустим шаг. Дальше у нас соглашение. Использование. Конечно, мы их прочитали, согласились. Да. И можно диагностику лучше не отправлять, чтобы она не жрала GPRS трафик. Начать использовать iPhone. Все, он готов. Все готово, да. Можем сейчас загрузить, допустим, карты. FaceTime уже готов. Давай попробуем, знаешь, мы как сделать по-нормальному. Мы сейчас просто вот положим рядом и попробуем позапускать разные приложения для сравнения скорости. Давай на раз, два, три открывай карты. Раз, два, три. Так, ну у нас вот надо сейчас определить наше текущее положение. Ну и что такое? У меня по 3G, у тебя по Wi-Fi, соответственно, здесь маршруты. Попробуем еще раз, когда программа уже в свернутом виде. Нажми там. Кнопка какая-то туговатая. Мы сейчас пленочку снимем заранее. Так, ну давай. Раз, два, три. Почти одинаково. Ну вот попробуем масштабировать карту, посмотрим, насколько там будет она быстрее. Ну, честно говоря. Скорость у нас идет. Вот да, прокрутка приложения вот так вот попробуем. А здесь прокрутка, это, наверное, вряд ли нам что-то скажет. Давай мы лучше попробуем запустить киоск. Например, нет, сейчас попробуем что-то мы запустить. Давай телефон попробуем. Ну, давай телефон. Раз, два, три. Не вышло. Еще раз. Раз, два, три. Одинаково. В общем, это на самом деле в игрушках, смотри, вот здесь он летает. Ну да, посмотрим в игрушках. Это сейчас по ходу, когда обзор запишем. Так, конечно, здесь, конечно, по скорости тяжело сказать, потому что вроде как все очень похоже. Safari. Или давай камеру запустим, вот что. Раз, подожди минуточку. Раз, да что такое? Раз, два, три. Ну вот, допустим, скорость съемки, да? Давай, включи свой FaceTime, посмотрим. Изменили они камеру? Изменили. Здесь, видишь, она такая темная. Вся здесь она более светлая. Сейчас, подожди. Ну, допустим, скорость съемки, да? То есть у нас черный фон. Надо сейчас так пленочку отклеить. Вот даже тут видно качество. Какое здесь парашное, какое здесь отличное. Это просто небо и земля. Ну, вообще разница есть, да, действительно. То есть здесь вот как-то и по естественным цвета, да, и вообще... Давай, раз, два, три.
Ну да, быстрее работает. Давай спичечку попробуем. Вот даже параметры теперь появились. Можно сеточку включить. HDR. Да, он, конечно, по качеству камеры обалденный просто. Не будет земля. Да, сетка. Давай сейчас вот, подожди, раз, два, три. Ну, 4S сохраняет быстрее HDR, как вы можете видеть. Вот, и... Качество фотографии, и просмотр тут работает быстрее. Вот давай сравним фотографию, которую твой сделал, мой HDR. Ну вот, да. Две разные вещи. Высокой четкости здесь и высокой четкости здесь. Не естественно сюда, вот видишь, что желтая, желтизна ползет. А здесь оно ну все да. естественное. Это правда. Все очень красиво. То есть насчет скорости работы, на мой взгляд, тут отличие, я не знаю, это, конечно, игрушек надо будет смотреть. Но вот насчет камеры, по крайней мере, на экране iPhone 4 выглядит все действительно лучше. Ну вот уведомления, собственно, у меня здесь... Куча всего, у Саши пока ничего нет на 4S, но что, естественно, мы его только активировали. Теперь, наверное... Siri. Давай попробуем Siri. Нет. Запустить Siri. Не поняла. А ты... Siri. Нет, поиском давай попробуем найти. Ха. А там вы знаете, если выбираешь русский язык, судя по всему, Siri-то и нет. Там какая-то хитрая кнопка, чтобы запустить. Не, ну подожди, здесь никаких кнопок нет. Точно? Ну ты же видишь. А вон в утилитах посмотри. А, точно. Диктофон нет. Нет. Судя по всему, если выбираешь русский язык, то Siri, соответственно, в меню не появляется. Какая-то дополнительная комбинация включается. А попробуй английский выбери. Да нет, давай. Siri должна быть в главном меню. Да? Давай выберем английский. Так, вот мы выбрали английский, соответственно, язык. И, скорее всего, сейчас... Ну-ка, Siri. Слушай, ну... Давай посмотрим, как запустить Siri на сайте Apple. Там это все показано. Я думаю, он запускается так же, как должна быть в главном меню. Заодно протестим его на веб-серфинг. Странички очень быстро загружаются. Вот. Ну вот смотри. По идее, Siri должно находиться прямо вот рядом. Где-то. Угловой обзор у дисплея потрясающий. Никакие Самсунги и Ноклы рядом не стояли. А попробуй заблокировать дисплей, в заблокированном состоянии должен быть. Siri? Может быть, да. А может он тут? А что там дальше, подожди. Сейчас посмотрим. Покрути до конца. Это нет, это AirPlay, да, работает, кстати, вот сразу. Заблокируй. Нет, и здесь Siri нет. Ну, это возможность iOS 5, запуск, соответственно. Где же может находиться этот Siri? Бред. Подожди. Может быть, здесь? В настройках нет ничего. Siri есть. А, вот. О! Надо просто включить был в настройках, да. Язык? Пока, соответственно, только английский, французский, немецкий. Русского нет. Видно, будет начало официальных продаж в России. Саша, у нас нужно заканчивать сейчас первую часть, вторую часть, соответственно, про Siri. Про Siri, да. Да.